Мир на грани действительно серьезных изменений. Вот эти изменения чувствуют, я так понимаю, все. От мало до велика. Как вылазить, что делать дальше? Не знает никто. И поэтому еще более страшно. Это психология. Мы хотим быстро и консервативно. Так вот, либо быстро, но рискованно, либо консервативно, но долго. И тут выясняется, что вы себе там 10 лет в чем-то отказывали, и все равно вы потеряли какие-то деньги. Вот в этом и есть абсурдная ситуация. Несмотря ни на что, хоть и в чем-то такой разговор был очень неравномерный, пессимистировать зазря не стоит. Вот не стоит копать себе яму и туда в нее ложиться, и самого себя к тому же начинает закапывать.